Покажи мне любовь, детка. Не хочу. Ну покажи. Показала любовь. Лена, я люблю тебя. Юля, с днем рождения. Юля, с днем рождения. Show me love, guys. Что ты, Настя? Почему так близко снимаешь меня? Все равно ничего не видно. Да? Ну ладно. Браво. Как ты должен? Заехался посидеть в подъезде, ведь уже этаж мой. Как мана? Очень здорово. За 4 дня до дня рождения я поняла, что надо его отметить, что мне 25 лет, потому что мы планировали же улетать. И за 4 дня было сложно, конечно, собрать близких всех людей, но у нас было 70 человек. Ленки не было, она же улетела да, с да. командой. Она звонила, да. Она мне звонила буквально, что она с утра поехала. Она говорит, у меня тут тепло. Ну, не с утра, она ближе к дню.
Так вот сижу, жду, когда у тебя настанет то, что я тебя позвонила, поздравила. Клёво. Да, она молодец. А так были все очень такие достаточно близкие. Мои родственники, сестры, братья, наши близкие друзья, Парвиза, наш общий круг друзей, скажем так. Классно. Мы пели вчера там нормально. А мы видели фотку одну. Отвечали в истерике. Это в европейском, на крыше. Караоке-бар. Павел Воля ведущий, да? Не, у нас прикольно было. Из артистов на самом деле было сложно кого-либо собрать, потому что все, кто на гастролях, кто там на каких-то своих вечеринках заказниках. Mm-hmm. Ну и так Бурцкая приходила. Приходил Иракли. Бурцкая, Иракли приходил. Грачевский был, mm-hmm. который с Яралаша. Да. Вот так вот. Ленка не смогла прийти. Но было очень хорошо, так знаешь, по-семейному. Mm-hmm. Танцевали, пели уже под кайфом, в караоке выходили, пели все друзья. Mm-hmm. Я там со всеми все подпевала. Без голоса абсолютно. Приехали в 6 утра домой, но я ни грамма воды, алкоголь еще не пила. Только воду пила. Самое, я вам скажу прикол, что я в ресторане не попробовала ни одного блюда вчера. Почему? А вот потому что когда я нервничаю, чтобы все было хорошо, я не ем. Я вчера поела в 11 часов, я проснулась, поела, как я выехала из дома, поехала краситься, прическа, в магазин за платьем в последний момент. Юль, по-моему, ты вообще не ешь. И, короче, я вчера, пока приехала к 5, я вообще просто, мне вчера мама говорит, съешь хоть кусочек, что у тебя. Говорю, мам, я не... Потому что я вся вот в таком вот, всех надо рассадить, со всеми надо поговорить, со всеми... Потому что, ну, как бы, ну, ты же... Я же не сяду вот так, чтобы там я ко всем подходила. Один выходит, говорит, я на сцену. Слушаю дом. Давай, Юль, вместе со мной споем. Давай, споем. И я вот так вот весь, как ты мадам, знаешь, такой человек, как ведущая была я. Поэтому, как бы, так вот. Ну, прикольно, здорово. Что Парвиз подарил? Это сюрприз. Мы хотим сделать на следующей неделе фотосессию для Келли, для Хэллоу. Такой вот на обложке со внутренностями, может быть, даже с детьми. Я расскажу все. Так подарков много, честно, я даже их не успела писать. У меня вся комната была в подарках вчера. Мы просто грузили, цветов было столько, что сегодня блэн-букет уже маме привезли. Чего? Да, мы видели такого. А мне, вот, у нас негде ставить, у нас просто весь загород здесь в розах. Все в ванной за городом, все в розах. Я только все покурила, я сегодня такая проснулась. С детьми, и вот сейчас я сюда приехала, к вам, заодно к маме. А это... Что насчет? Нет, к вам. Мы же с Женькой вчера договаривались. Она говорит, ребят, хотят поздравить. А Жень, давай уже сегодня, потому что, говорю, я мотаюсь. Сегодня как бы отмечание, все такое. Давайте, говорю, я уже завтра приеду. Давай подержу картину, ты руки спрячу, тебя заметишь.